Эта экспозиция посвящена современным технологиям. Губернатору Сергею Ерощенко демонстрирует возможности интерактивного стола для младших школьников. На этом мультимедийном устройстве даже первоклассник может сверстать стен газету. Внедрение современных технологий в образовательный процесс – один из этапов программы модернизации региональной системы образования. За 3 года в нее было вложено свыше 2 миллиардов рублей. Модернизация – процесс комплексный и разносторонний. Коррелируем другие программы с научно-образовательными, такие как строительные. Мы будем все-таки все делать для того, чтобы ипотеку для учителей развивать. Все возможности будем использовать для того, чтобы дойти до улучшения качества образования. С пирогами и блинами приехали на образовательный форум педагоги из Тулунского района. Пекли вместе с учениками. Совместный труд объединяет. Этому правилу следуют многие школьные преподаватели. С учениками они не только стоят у плиты, но и снимают видеофильмы, еще устраивают разнообразные экологические акции субботники. Новые технологии новыми технологиями, но никто еще не отменил старый добрый энтузиазм. Поскольку, безусловно, ребята активные, которые в кружках занимаются, которые учатся хорошо, но все равно их нужно организовывать, да, там направлять вот эту детскую энергию, скажем так, в мирное русло. Поэтому учителя молодцы, они берут на себя дополнительную нагрузку. Безусловно, за это непосредственно заработную плату они не получают, но тем не менее, вот те преподаватели, которые искренне участвуют в этом процессе, конечно, это идет на пользу и учителю, и, соответственно, ребенку. Впервые в истории образовательного форума в его рамках пройдет конгресс школьных библиотек. Традиционно определяют лучшего директора и лучший творческий педагогический коллектив. Программа насыщенная. В рамках форума